Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов. Очередное занятие кружка любителей гегелевской диалектики. Хочу сообщить, что вот я, поскольку готовился по следующей теме, а следующая тема у нас была объявлена «Телеология», ну вот обратил внимание на то, что все-таки, наверное, правильнее поставить телеологию до того, как появится идея, потому что дальше все пойдут идеи. Идея познания, потом идея добра, потом абсолютная идея. Поэтому, видимо, вот я когда буду, я собираюсь сделать пособие, так сказать, переделывать, вот, и думаю, что я это переставлю, телеологию вперед, а вот то, что у нас было в прошлый раз, идея после этого. Но это, так сказать, небольшое изменение. А сегодня у нас очень интересная тема телеология. И тот, кто прочитал соответствующий раздел, наверное, заметил, что она буквально стыкуется с марксовой теорией. В чем она стыкуется? Там вот, есть такое понятие, рассматривается в этом разделе, которое называется средство. А что там рассматривается? Цель, средство и выполненная цель. Во-первых, это стыкуется с производством. В чем состоит труд и производство? Человек ставит какую-то цель по преобразованию природы, а может и общества, если это говорить, скажем, о партии, правильно? Для этого нужно средство определенное. Скажем, если у вас политической партии нету, никакой социалистической революции не будет. Так? Вот. А если у вас есть, то это еще мало. Надо еще это средство привести в движение и довести дело до того, чтобы средство оказалось средством для этого. А оно средством для этого будет только тогда, когда на самом деле сделает социалистическую революцию. А коммунистическая партия, которая не сделала социалистическую революцию, это еще коммунистическая партия как бы потенциальная. Правильно? Вот. Поэтому это большое дело, историческая проверка. А сколько людей было во Втором интернационале, сколько было партий, как они выступали, как они поддерживали социализм, потом они пропали в 14 году, проголосовали за военные кредиты, лучше идти в Думу или куда-нибудь в парламент, чем как немецкого социал-демократа, который проголосовал против войны, отправили в тюрьму Карла Либкнехта. А другие предпочли вот так. И наших товарищей, которые депутатов были у нас в Думе, их отправили на свежий воздух в Сибирь. Ну, они потом активно участвовали в советском строительстве. Вот так что. То есть и в этом смысле они оправдали, защитили честь и совесть своей партии. И свой мандат оправдали думский. Так здесь вот говорится, в общем, здесь говорится о средстве в связи с чем? С целью, которая задается, и в соответствии с тем, что она выполняется. Есть цель, есть средство осуществления этой цели, и есть результат. А это выполненная цель. Если это выполненная цель, то выполненная цель содержит в себе что? И средство. Поскольку это средство, так сказать, использовано было для этого, содержит в себе цель, саму цель, но уже как реализованную цель, она сложная. Но и кажется, что вот эта выполненная цель, она самая важная из всех этих трех моментов. Но, как объясняет Гегель, на самом деле получается так, что средство выше, потому что средство может быть использовано и для другой цели, и оно остается. И вот то, что Маркс писал про средства производства, особенно не про те средства производства, которые на один акт производства, а которые, так сказать, через много актов идут, станки, оборудование и так далее, да? Значит, основной капитал. Вот этот основной капитал является как раз таким средством. И вот здесь буквально Гегель прямо смыкается с Марксом, или Маркс
смыкается здесь с Гегелем, потому что он вот это вот, конечно, взял на вооружение и использовал для того, чтобы в «Капитале» этот процесс отобразить. И мы знаем, как, когда спрашивали Маркса, как вы относитесь к Гегелю, что он говорил? Учитель. Да, что мое отношение к Гегелю очень простое. Гегель – мой учитель. То есть для того, чтобы быть учителем, совершенно не обязательно здороваться, приходить друг к другу на день рождения или вместе выпивать. Так что вопрос о том, кто учитель, решается то, кто на чему научился. То есть никто нам не мешает, и вот это отличает наш кружок от всяких других занятий, когда собираются кружком и начинают, так сказать, вот что вы думаете по этому поводу, что вы думаете. Да каждый что-нибудь да и думает. И поэтому можно сколько угодно, так сказать, сидеть, гутарить, и получится, так сказать, общий разговор. А если речь идет о продвижении вперед, так кто продвигается вперед быстрее? Тот, кто стоит на плечах гигантов, или тот, кто стоит на плечах пигмеев? Ну, понятное дело. Говорит, мне некогда вставать на плечи гигантов, я вот сейчас занят. Ну, вот это тоже надо понимать, что занят, а ты пропускаешь. Это потом трудно восполнить. Поэтому при всем, так сказать, стремлении к экономии, а у нас экономия тут очень большая, у нас 1 час в полмесяца мы проводим кружок. 1 час на Гегеле, представляете? Остальное только вам, это ваше личное отношение к Гегелю, вы сами с ним разбираетесь, сами его читаете, сами думаете, хотите – читайте, хотите – не читайте. Никто же не требует от вас, вот, допустим, вы прочитали этот раздел, или не, я же не спрашиваю. Абсолютно, это ваше дело. Хотите – вообще не читайте. Может, вы приходите как на концерт сюда. Или другие товарищи, они не читают, но смотрят много. Смотришь, вроде есть другие какие-то темы и вопросы такие острополитические, ну там вот столько-то тысяч. Я недавно посмотрел, сколько на канале у Пучкова введение в науку логики. 750 тысяч человек. 750. В прошлый раз был кружок, было 740. Вот. А на Академии смыслов Лоббио, вот это пособие краткое, которое излагается 4 часа 40 минут, оно собрало 195 тысяч. И есть, так сказать, такие материалы, такие ролики, у которых количество просмотров не увеличивается, а эти все время растет. Не так давно было 185, уже 195. И дальше идет. Даже интересно, до какой же величины это дойдет. Ну, поскольку мы знаем, что политика начинается с миллионов, то получается, что из всех наших роликов, самых острополитических, какие только есть, и экономических, на какие темы только мы не выступали, выходит, что наука логики, она идет тут впереди. Вот у нас есть с Пучковым и с Жуковым выступление по поводу пенсионной реформы. Оно на 10 тысяч опережает. Только на 10 тысяч. Но оно так и застрянет, а это все дальше идет и идет. То есть процесс наш неостановим. Вот я, значит, сделал это замечание, что будем рассматривать так, что вот телеологию можно поставить было и до того, до идеи. Телеологию до идеи, и так оставить, вернее, так, как было у Гегеля. Вот. Ну, надо, так сказать, попробовать переставить, подумать, не получается так. Получается точнее. Итак, в чем состоит, собственно, телеология? Логос – это знание, теле – это что? Телеология – это цель. Знание о цели, учение о цели, телеология. Поэтому само это учение, можно сказать, элементарное. У вас есть цель. А что такое цель? Кто-нибудь может сказать? То есть я, значит, если я уронил чашку, и результатом она разбилась, это была такая цель. Понял. Спасибо. Еще какие варианты? Результат, к которому нужно прийти. А? Результат, к которому нужно прийти. То есть вы поддерживаете, товарищи, к этому точно можно прийти. Нужно прийти или можно? А, вот нужно. Ну, смотря кому нужно, да, это еще вопрос, да. Ну да, то есть цель – это
предвосхищение результата какой-то человеческой деятельности, а не просто вот к какому-то результату прийти. Не волнуйтесь, к какому-нибудь результату вы точно придете. Понимаете, то есть вы себе сразу отрезаете, так сказать, вот то, что вам гарантирует движение по нужному направлению, по нужному пути. Не просто какой-то результат, но и результатов вы всегда какой-нибудь найдете. А вот предвосхищение результата вашей деятельности. А какой деятельности? Деятельность-то имеется в виду по реализации какой-то цели. Да? Вот они и связаны между собой. Предвосхищение результата и цель. Если у вас никакой деятельности нету, так сказать, позитивной, которая направлена на что? На связана должна быть цель. Вообще цель должна быть связана, направлена, как правило, на развитие. А что такое развитие движения? От простого к сложному, от низшего к высшему. Но это не значит, что у вас не может быть какой-то частной цели разобрать какой-то прибор, чтобы потом его собрать. То есть для того, чтобы его потом собрать и что-то починить, вам приходится разбирать. Поэтому у вас может быть промежуточная цель, которая состоит в том, чтобы упростить, можно сказать, то, что было сложным. Но ради того, чтобы все-таки возвыситься и идти к более сложному. А что такое сложное? Состоящее из простого. Ну, вы как-то вот все усложняете. Вот Гегель вот проще высказывается. Сложное – это сложенное из простых. Согласитесь, что это проще. Ничего не надо знать. Сложное – это сложенное. А уже состоящее, я уже начну думать, а что это состоящее? А потом скажете, вы стоящие, люди состоятельные, люди несостоятельные. Я состоялся, или вы состоялись, я не состоялся. Состоялся кружок, не состоялся. И вот начинается, куда это идет? Расплывание этого дела. Поэтому Гегель приучает нас к дисциплине мысли. То есть не надо, так сказать, лишнего. Да. Да. Не говори красиво, называется. А говори то, что нужно. Вот. Поэтому вот если мы рассматриваем цель как предвосхищение какой-то деятельности, то деятельность-то, наверное, берется как. Какая деятельность? Созидательная. А созидательная деятельность, она состоит в том, что она, так сказать, дальнейшее развитие осуществляет. А развитие включает в себя все предыдущее. Правильно? Если вы хотите пойти дальше, значит, вы в том, что вы сделали на базе того, что было, вы пошли дальше, и то, что появилось, включает в себя то, что было раньше. Как, скажем, новое поколение включает в себя историю всего развитие человечества. Скажем, каждый здесь присутствующий, не только все вместе, но и персонально, включает в себя историю человечества в целом. Вот такая картина. Так что если мы знаем, что такое цель, то значит, для того, чтобы прийти к этой цели, как к ней прийти? Вот это у меня идея, то есть цель-то у меня в голове, а результат может быть не в голове, а результат может быть в практической жизни, материальной, может в производстве, может еще в чем-то, может военный какой-то результат и так далее. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно воспользоваться неким... Нет, надо воспользоваться средством. Если это война, то это что, какая борьба? Вооруженные. Так что нужно? Если у вас нет оружия, никакой войны не получится. Будет драка. Ну не будет у вас, не будет это называться войной. Поэтому дрались до тех пор, пока не стали делать хоть какое-нибудь легкое вооружение, в том числе сабли, пики и так далее. Или топорики для этого использовали. То есть, когда мы говорим о средстве, это средство должно сопоставляться, во-первых, с целью вашей и с условиями. То есть должно быть такое средство, которое позволит достичь этот результат. Поэтому, ну, например, средства производства, которые делают, вот средства для обработки дерева не годятся для обработки металла. И вот у вас это средство есть, все можете также установить на станок. Ну, дальше, значит, он поскрипит, и придется это все разбирать.
То есть нельзя думать, что вот можно все что угодно превратить вот в средство. Это вот может быть средством забивания гвоздей. То есть если речь идет о простых каких-то операциях, то очень сложный какой-то аппарат может быть использован в качестве средства. Ну, это неадекватное средство, потому что, так сказать, оно имеет возможность, так сказать, осуществлять что-то более высокое, а вы его использовали просто для того, чтобы забивать гвоздь. Или у вас там ведра нет, а чашек много. Ну, так вы принесли ведро, с колодца набрали и в чашки налили. Ну, и вот подошли, днем захотели пить, выпили из одной чашки, потом из другой, потом из третьей, так глядишь. То есть... Можно себе в качестве средства устраивать такие вещи, но, видимо, цель у вас будет или как-то чего-то себя показать, все придут и начнут ахать. А что это у вас такое? А хотела красивые чашки всем показать. Смотрите, а то они лежат в шкафу, никто не смотрит. А так вот, видите, вот можете выпить чашечку и так далее. То есть Гегель здесь вот в этом материале «Телеология» говорит о том, что нельзя к средству относиться совершенно, так сказать, изолированно, от содержания изолироваться. Какая цель, такое и средство. А цель где находится? В конце или в начале? В конце. И в начале, и в конце. В начале она цель, как бы, так сказать, цель, которая не реализована еще. Так она сначала должна где в чем реализоваться? Частично реализоваться в средстве. Потому что если она в средстве у вас нету, не получится у вас результат. То, что очень мало таких результатов, которые не требуют никакого средства. Очень мало. Значит, нужно какое-то средство, которое опосредствует, и говорят, опосредствует результат, они посреди стоят. Что такое средство? Это средний термин. Средний. Если у вас цель, есть результат, а есть средний термин. Вот этот средний термин, он должен соответствовать вашему замыслу и, так сказать, должен соответствовать результату. Если у вас он результату не соответствует, этого результата не будет. И Гегель, так сказать, вот в изложении этого вопроса настолько глубоко это дело представил, что он в вопросе о средстве вообще подошел прямо к историческому материализму. Вот. Средство на странице 163 говорится, есть внешний и средний термин того умозаключения, которое представляет собой выполнение цели. Выполнение цели. Какой-то субъект выполняет такую-то цель. И что? А какое вот он средство? В средстве поэтому разумность цели являет себя как разумность, заключающаяся в сохранении себя в этом внешнем другом. То есть надо брать такое средство, с помощью которого вы не только один раз что-то сделаете, но сделаете с помощью этого средства и второй раз, и третий раз, и четвертый раз. И раз так, если вы получили такое средство, которое эту цель позволяет вам достигать многократно, и вы, скажем, если вы производите предметы потребления, вы их произвели и потребили, произвели это зерно и потребили. Но, а средство... Несмотря на то, что оно тоже частично изнашивается, потребляется, но оно при этом может быть таким достаточно прочным, которое и известное время сохраняется, пока не надо будет его менять. Поэтому постольку средство есть нечто более высокое, чем конечные цели внешней целесообразности. Плуг почтеннее, чем непосредственно те наслаждения, которые подготавливаются им и являются целями. Вот вам, пожалуйста, вот роль средств производства в развитии человечества. Они выше, почтеннее, чем те наслаждения, которые подготавливаются. Вы получите зерно, но вы это зерно можете получить, если будете скашивать косой. Можете получить это зерно, если будете серпом убирать. Можете получить, если у вас будет косилка такая тракторная, которая к трактору подключается, и поехали. А может быть комбайн, который у вас уже будет сыпать, что в бункер, зерно уже будет сыпать. И солому отдельно там, там, где Михаил Сергеевич Горбачев ездил, помощник комбайнера. Орудие сохраняется тем, между тем, как непосредственное наслаждение проходит и забывается.
То есть вроде хлеб всему голова. Оказывается, орудие, с помощью которых добывается хлеб, голова этому хлебу. Потому что с помощью этого самого орудия можно сделать много хлеба, и будет, не будет голода. А если у вас этих орудий мало, то, так сказать, вы не сможете решить эту задачу. В своих орудиях человек обладает властью над внешней природой, хотя по своим целям он скорее подчинен ей. Ну вот здесь это вот язык уже человека, который стоит на почве исторического материализма. То есть вот тут стыковка между Гегелем и Марксом, совершенно очевидная. Да вообще вот этот весь конец, весь хвост, весь раздел, когда речь идет о цели как отражении, вернее, об идее как отражении мира, а потом как идее как формы преобразования мира, ну, это и есть, так сказать, переход к какому? Это к диалектическому материализму переход. Но вот это уже, вот это кусочек из чего? Не из диалектического материализма, а из какого? Из исторического материализма. Поэтому, если человек великий, то он 100 раз может быть идеалистом, но он, так сказать, делает то, что, так сказать, не могли сделать другие материалисты. И прямо подводит дело к тому, чтобы продвинуть материализм. Поэтому Ленин и написал такой афоризм в своем, в своей философской тетради: «Умный идеалист лучше глупого материалиста». Дескать, мы материалисты, вы-то материалисты, но дураки. А вот если это, так сказать, идеалисты умные, то они позволят вам свой материализм поднять выше. И выше идеализма, и выше дурного материализма. Вот, поэтому тот вот разделчик, который у нас сегодня стоит, очень важный. И здесь, можно сказать, почти все понятно. Вот самое начало какое. Там, где усматривается целесообразность, принимает существование некоторого ума. Вы же не можете говорить о цели без того, чтобы какой-то ум эту цель ставил. Некоторого ума. Некоторые, например, на что он намекает? Ну, может Бог поставить себе цель создать Землю. Так? А может, значит, товарищ Абдуллаев поставить себе задачу создать партию революционную и довести это дело до социалистической революции. Он сейчас вот этим озабочен. Вот он и до кружка, и сейчас он озабочен, и после кружка. В газетах это все расписать. А что, газеты – это же средство. Это же средство, которое мы, вот этот средний термин, который несем назад. Вот и люди не понимают. Говорят, ну, у вас газета. Так у нас газета как средство общения. Так я приду вот к воротам, идут люди. И я буду говорить: слушай, Иванов, или Петров, или Сидоров, и гражданин, остановитесь, я скажу, пошел вон, и ушел. Так и скажи. Ну как вы будете подходить? С чем? У вас нет никакого средства. А газета? Во-первых, это материальное благо. Потому что все понимают, что газета стоит денег. Кто вам деньги дал? Это могут спросить. Как кто? Сами собираем. У нас партия собирает деньги. А некоторые помогают, союзники. Все время помогают. Мне тут на днях прислал товарищ такой, значит, прислал 500 рублей в фонд рабочей академии, пишет: умнею. Ну, больше ничего. То есть он же понял, что я, говорит, ну вот изучаю там то, чего пропагандирует, умнею, и прислал. Ну, тоже люди понимают, это у нас что, люди богатые очень? Кто помогает нашей партии или фонду рабочей академии? Ну, те же самые бедные люди присылают, и все. Тут я заслал Чуриковые сообщения о том, что вот прислали там 8 тысяч рублей фонду. То есть, нет, видимо, это взнос какой-то партийный. Но не сказано какой. Чурикова все проверил, говорит, такого нет в партии, это в фонд прислали. Но это же в условиях, в которых мы находимся. То есть в условиях, в которых мы находимся, кому помогают? Мы можем другое, так сказать, поставить вопрос. Помогает тому, кто что-то делает, что народ уважает. Народ? Ну, а вы же даете газету, в ней же написано, за что мы выступаем. В ней все открыто, в ней все написано. Там есть все телефоны. Там нет такого, что нельзя связаться. Я, например, не удивляюсь, когда мне звонят, говорят: да я вот вам звоню из этого, с Камчатки. А, ну, здравствуйте, как там у вас, сколько часов? И так далее. У нас же телефоны все обозначены. В каждом регионе. У нас, когда первый шаг был такой, некоторые так поеживались, ну, некоторым на работе не стоит это давать. Ну, заведите другой телефон. Это для работы, а это для всяких партий. Не надо смешивать одно с другим.
Вот и все. То есть, в этом смысле, мы выходим совершенно открыто. Второе, мы зарегистрировались. И, сказать, я уже не говорю о том, что вот издатель «Народной правды», фонд «Рабочей академии» выиграл 2 суда. Его пыталось налоговое закрыть, мы, так сказать, выиграли, вот прямо на этом выиграли. Что вот у нас вот газета, вот мы фонд «Рабочей академии», мы средства людей просвещаем, чтобы они, вот сейчас бандитизм, значит, молодежь, так сказать, занимается, так сказать, такими явлениями, за которые вы преследуете и так далее. А уж тем более налоги вам не платят. Вот судья послушала, говорю, а вот нас хотят закрыть. И я принес все это, публикации наши там и так далее. Она говорит, я говорю, ну раз это по суду закрывается, значит, суд может закрыть, может не закрыть. Ну, просьба не закрывать. Судья приходит после своей комнаты и говорит, ну не будем закрывать. Налоговая обращается в городской суд. Ну, в городском суде, не знаю, были вы или нет, это счастье не видели, там все это дело 15 минут разбирается. Прибегает 3 тетеньки, это в этом суде, это вот одиночка их решает, суд там в совещательной комнате в одиночестве, а там, значит, 3 человека, они сели, это апелляция. И тут налоговые говорят, да мы там, они такие-сяки, а мы были 2, я и один представитель, так сказать, такой юрист от профсоюза. Вот. Ну, я объяснял то же самое, что вот мы в наших условиях, так сказать, способствуем тому, чтобы люди развивались, вящиеся. Вот это положительное, позитивное. А эта злая тетка из налога говорит, ну мы скоро будем закрывать вообще без суда вас. А эти сидят, судьи, говорят, ага, без суда? Та говорит, да, без суда. Ну хорошо. Убегают, через 5 минут выбегают, отказать. А висело вот так, я прихожу, написано, Министерство юстиции Российской Федерации против фонда Рабочей Академии. Ну а все, уже 2 суда было. И тот, и другой. Выше уже не может быть. Все. Вопрос закончен. То есть у нас есть такие хорошие средства, которые надо уважать. Ну и мы их уважаем, понимаешь. И газета тоже самое. Газета в 91-м году. Кто эту газету у нас зарегистрировал? Министерство печати информации. Попробуйте вы сейчас в министерстве зарегистрируйте газету, лопните, бегайте. А тогда вот, причем какой-то либерал. Федотов, он сейчас жив-здоров. Ну и эти раз это зарегистрировано, а журналистов не трожь, у нас везде инструкция такая. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, это к чему ведет? К наказанию до 2 лет лишения свободы. Хотите такое наказание? Не хотите? Ну как хотите, дело ваше. Поэтому наши товарищи это вооружены соответствующими документами и спокойно действуют. Это средство. Они говорят, не надо, вы лучше сидите по ночам в этом, в интернете. Интернет тоже средство. Но на этом, мы не выделимся на этом интернете, потому что нам нужно, чтобы это не пролетело так, что он посмотрел перед ночью, как говорится, лег спать. А нам нужно, чтобы это у него осталось в руках. И телефоны, и материалы, которые он может складывать, может перечитывать, может давать другим, 3-м, 4-м, 5-м. Мы все, что хочешь, можем делать в этом смысле. Нам никто не запрещает. А некоторые кричат, вот тут, значит, некоторые недовольны у нас, члены партии. Чего это вы так вот пропагандируете, что у нас демократическое? Так и хорошо, что у нас демократическое. Вам не нравится демократическое? Вы хотите фашистское? Мы не хотим. У нас наоборот, у нас наше государство берет, ведет борьбу с американским фашизмом во внешней политике. Эту часть деятельности нашего государства мы поддерживаем. Другие не поддерживаем. Это разные вещи. Можно одно поддерживать, другое нет. Но в любом случае мы за демократию, буржуазную, если ставится вопрос буржуазной демократии или фашизм, за этот вопрос тут ясен. Нет, мы вот все у нас кругом империалисты. Ну, так у вас просто в голове, так сказать, не хватает масла, чтобы увидеть, где империалисты, а где те, кто угнетается этим империалистическим. Если бы все империалисты, то все государства были бы империалистические буржуазные. Такого-то не бывает. Империалистов всегда мало. А государств много на земном шаре. Ну вот, так что вот первое, видите, как тут написано, там, где усматривается целесообразность, принимает существование некоторого ума, как ее создателя. Для цели, следовательно, требует собственного свободного существования понятия. Вот, и дальше это вот тут очень подробно все это разбирает дело, когда получен отдельный ответ
на вопрос о механической причине и цели есть такие механические причины, то есть которые, сказать, а почему так получилось? Потому что если вы за один конец палки тащите, то и другой конец будет тащиться. То есть поэтому тут это такие простые причины. Их существование не есть мерило истины, а наоборот, истина есть критерий того, какое из этих существований есть истинное существование мира. А истинное существование мира какое? Такое, которое связано с его развитием. Потому что вся вот эта наука логики, а мы уже все-таки в конце этой работы находимся, вся эта наука логики – это движение от низшего к высшему или низшего к высшему, простого к сложному. Подобно тому, как субъективный рассудок являет нам в нем, в рассудке, также и заблуждение, так и объективный мир являет также и те стороны и ступени истины, которые взяты сами по себе, лишь односторонние, неполны, и суть только отношения явлений. Он ставит такой вопрос, что не служит ли истиной некоторое третье понятие, или не есть ли одно из них истина другого. Но целевое соотношение получилось у нас как истина механизма. Сначала, как истинный механизм. Если какой-то механизм, то значит есть какой-то предмет, который человек ставит между собой и, так сказать, результатом. Но это получается такое механическое действие. Но это механическое действие по форме. Но если имеется в виду предвосхищение этого результата и продумано, какой результат вы хотите получить, тогда вам, соответственно, уже неизвестно, какой механизм, а тот, который соответствует этой цели. Поэтому существует, например, средства производства или производства самых разных продуктов. И, как вы знаете, они специфические. Есть, как говорится, универсальные станки, а есть станки, которые специальными являются. И на них не сделаешь то, что можно сделать там на универсальном. И наоборот, на универсальном можно не сделать то, что можно сделать только на специальном станке. Так. Поэтому здесь можно сказать, что такого непонятное даже отсутствует, можно сказать. Цель есть само понятие в его существовании. Если у вас есть понятие чего-нибудь, так поставьте цель, чтобы было лучше. Цель есть его понятие в его существовании. Хорошая формулировка? У нас говорят, я без понятия. То есть у тебя нету цели, которая была бы понятием в его существовании. Вот он без понятия некоторые ходят. Не знает, куда пойти, что делать. А чем отличается, скажем, партия? Она имеет программу, знает, куда идти и что делать. Ну, в общих чертах, конечно, а более конкретно, когда доходит до исполнения. Целесообразность является себя прежде всего как нечто более высокое вообще, как некоторый ум, внешним образом определяющий многообразие объектов через некоторое в себе и для себя сущее единство. Так что без логичной определенности объектов становится благодаря этому соотношение существенными, а так были безразличными. 152 страница. В телеологии содержание становится важным, так как она предполагает некоторые понятия. То есть для того, чтобы ставить цели, ну понятно, надо иметь понятие о том, что вы собираетесь получить, правильно? Если у вас нет этого понятия, то вы правильной цели не поставите. То есть мы вот не случайно этот раздел имеем в разделе «Учение о понятии». Без понятия вы не можете сформулировать. Единственная только форма целесообразности, взятая сама по себе, и составляет существенную черту телеологической точки зрения. Это страница 153. Телеология обладает вообще более высоким принципом, понятием его существования. То есть не такое понятие, что у меня есть понятие. А если вы из этого понятия не исходите и не ставите цели, и не добиваетесь этих целей, то это получается, ну вот то, что мы подчеркиваем, когда говорим, чем отличается фейербаховский созерцательный материализм от гегелевского диалектического и от марксового с Энгельсом диалектического материализма, что надо ставить такие цели, которые приводят к преобразованию мира. А если вы только отражаете мир, ну вот возьмите после дождя много луж, наклонитесь над любой лужей, там будет ваше отражение. То есть ничего такого. Но если у вас значок на правой стороне, то там он в луже будет на левой. Это буддизм, они отражают мир. Да.
Телеология поэтому обладает вообще более высоким принципом, понятием его существования, каковое понятие само по себе есть бесконечное и абсолютное, есть принцип свободы. Принцип свободы? А что такое свобода? У вас именно господство над обстоятельствами. Сознанием дела, а не просто господство над обстоятельствами. Сознанием дела. Поэтому, а что значит знание? Ну, это понятие вот тут и есть каждый раз. Вот тут оно и проявилось. Который безоговорочно уверенный в своем самоопределении, абсолютно избавлен от характерной для механизма внешней определяемости. Так, вот возьмем страница 155 в этом сегодняшнем материале. Цель есть конкретное всеобщее, которое в себе же самом имеет момент особенности и внешности. Какой момент внешности? Она направлена на внешность, на ее преобразование. Поэтому не так она стоит перед внешностью, отражает эту внешность. Она не отражает, она требует средства для того, чтобы преобразовать эту внешность. Поэтому оно нацелено на преобразование этой внешности. Поэтому оно поэтому деятельно, и есть влечение отталкивать себя от себя самого. А что значит отталкивать себя от себя самого? Тут не рассиживать, а пойти, дескать, и преобразовывать этот мир, а не только сидеть и читать. Понятие как цель есть, конечно, объективное суждение, в котором одним определением служит субъект, а именно конкретное понятие, как определенное само через себя, а другим определением не только некоторый предикат, но внешняя объективность. Соотношение цели есть в силу этого более чем суждение, но есть ему заключение самостоятельного свободного понятия, которое через объективность смыкает себя с самим собой. Цель оказалась третьим членом по отношению к механизму и химизму. Механизм, как мы знаем, это внешнее соединение частей. Химизм предполагает соединение различных, так сказать, атомов и молекул. Правильно? Внешнее. А вот целесообразность предполагает ум. Тот ум, который ставит эту цель. Ну, как говорится, он намекает на то, что у верующих это ум Бога. Ну, а те, кто преобразовывает мир, ну, они как боги в этом смысле преобразовывают мир. Эта внешняя определяемость теперь развилась дальше, до самоопределения, и тем самым понятие, которое в объекте было лишь внутренним, или что то же самое, лишь внешним, теперь положено. Цель есть ближайшим образом именно само это внешнее для механического объекта понятие. Так, цель на странице 157 написано. Есть поэтому субъективное понятие, как существенное стремление и влечение положить себя вовне. Существенное стремление, не такое, которое внешнее стремление, а существенное, которое выходит из чего-то внутреннего и глубокого, правильно? И влечение положить себя вовне, то есть цель не для того ставить, чтобы просто глядеть, а для того, чтобы преобразовать. Положить себя вовне – это если вы поставили цель выкопать канаву, так вы должны потом прийти и выкопать. А если вы не пришли и не выкопали, то вы не цельцели, а вы сидели, а не выкопать ли мне канаву? Или лежали на диване и думали, а что бы мне еще сделать? И много придумывали, чего можно было бы сделать, но ничего так и не придумали, то есть никакой цели не поставили, перевернулись на другой бок. Может, и придумали, но ничего не делали. Ничего не делали. Если целесообразность приписывается, как указывалось выше, некоторому уму, то при этом внимание обращается на то или иное определенное содержание. То есть если у вас содержания нет у этого ума, то и не будет никакой целесообразной деятельности. Но это содержание следует брать вообще как разумное в его существовании. Не такое разумное, которое, так сказать, просто говорит, что мы знаем много, мы читали много, мы думали много. Ну, или вы читали, думали, а что вы сделали? Зачем нам делать? Мы так, мы читаем, мы думаем, так сказать, и прочее. То есть Гегель здесь стоит на стороне того, что если у вас разум, так этот разум должен ставить цели и преобразовывать мир. И это... Вот это и есть источник диалектического материализма, прямо вот отсюда и начинается диалектический материализм. Ее деятельность направлена на внешнюю объективность. Последняя строка на странице 157. Ну вот труд – это что такое? Кто-нибудь может дать определение труда? Прошу.
разумная деятельность человека. Не надо, не надо, ошиблись. Вот целесообразная. Вот мы не занимаемся целью, вы первым делом выкинули цель. В первой же фразе. Разумная. Ну, это правильно то, что вы говорите. То есть, с одной стороны, я не могу сказать, что это неправильно. Правильно. Но все-таки определение – это целесообразная деятельность. По преобразованию материального. Да. А вот Маркс так определяет труд. Это процесс, совершающийся между человеком и природой, в ходе которого… Посредством этих, чего-то. Да, он преобразовывает природу. Ну, посредством чем-то. Посредством чего-то, да. Тогда и средство производства. Поэтому вот труд – это процесс труда, в ходе которого он преобразовывает природу для удовлетворения своих потребностей, а не просто преобразовывает. Мало ли, была куча, стала яма. Была яма, засыпали кучу, сделали кучу. Ну, если удовлетворение потребностей, то понятное дело, что это целесообразная деятельность, конечно. Да. Движение цели можно выразить следующим образом. Оно направлено к тому, страница 158, чтобы упразднить ее предпосылку, то есть непосредственность объекта. Предпосылка была такая: вот есть объект. Вы вам сказали, вот вам заготовка, надо сделать вот вам чертеж, а это цель. Правильно? Добиться того, чтобы заготовка была по чертежу. И ваше дело, и вы в этом смысле выступаете тут с одной стороны и как средство даже. Поскольку, так сказать, цель, она задана, она уже сформирована. Вот. Но действительным средством вы не можете непосредственно выступить как средство, потому что надо, так сказать, металл преобразовать. Чтобы его преобразовывать, надо другой, более твердый металл, который может действительно его преобразовать и так далее. То есть это вот, я считаю, для товарищей, которые работают на производстве, очень интересный момент. Это заводской, можно сказать, этот раздел. Средство есть одновременно как полагание некоторого внутреннего, то есть чего-то определенного, как положенное, так и предполагание некоторого объективного мира. Средство, конечно, предполагает, что вы что-то будете преобразовывать. Он предполагает некоторый внешний мир и предполагает некоторую цель. И, так сказать, соответственно, цель смыкает себя или через некоторое средство с объективностью. Ну, хорошо написано. Цель смыкает себя, страница 159. Через некоторые средства с объективностью. А в этой последней самой собой. Ну, а почему самой собой? Ну, потому что выполненная цель – это и есть смыкание вот того, что делали, объективности с самим собой, с идеей. Средство есть средний термин умозаключения. Цель нуждается для своего выполнения в некотором средстве, так как она конечна. Нуждается в некотором средстве, то есть в некотором среднем термине, который вместе с тем имеет вид некоторого внешнего наличного бытия, безразличного к самой цели и к ее выполнению. А кто тогда ставит цель? Вот рабочие берут это средство и, так сказать, реализовывают, поскольку они не безразличны ни к цели, ни к выполнению. А само средство производства, например, вот отвертка, это безразлично, будете вы им пользоваться или нет. Вы извините, говорит в отвертку товарищ Лазарев, но меня это вот все будете делать со мной, это не очень трогает и не касается. А вот товарищ Лазарев ее берет, и тогда вот приходится ей касаться. Средство есть поэтому формальный средний термин некоторого формального умозаключения. Оно есть нечто внешнее по отношению к первому крайнему термину, то есть к цели, к субъективной цели. Равно как поэтому оно есть нечто внешнее по отношению к другому крайнему термину – объективной цели, когда ее уже ее достигли, реализовали. Так, на странице 161. Всеобщность есть соотношение целевой деятельности и средства. Средство есть объект, который в себе есть тотальность понятия. А что такое тотальность понятия? Целостность понятия, средство уже в себе все содержит. Оно целое, только оно не развернутое целое. Это средство должно послужить средством. Когда оно послужит средством? Когда будет изготовлен продукт. Правильно? Пока продукт не изготовлен, оно не средство. А рассуждают, говорят, что оно средство. Значит, станок, на котором ничего не произвели, не станок. Молоток, которым ничего не забивает, не молоток.
Он недействительный молоток, он никогда не использовался. Но потом он постареет, и потом найдете ржавый, который пролежал там 40 лет. Ржавый-прижавый. Но можно еще и забить что-нибудь. Объект характеризуется тем, что он бессилен перед целью и должен ей служить, раз он объект. А цель кто ставит? Человек. Значит, кто у нас господин мира? Человек. Он есть его субъективность или душа, которая в нем имеет свою внешнюю сторону. То есть что? Где душа? Душа, во-первых, у человека, во-вторых, цель, вот эта цель, она и душа, и душа той деятельности, которая осуществляется с помощью средства. Выполненная цель. Деятельность цели через применяемые ей средства еще направлена против объективности, как первоначальной предпосылки. И заключается она именно в том, чтобы быть безразличной к определенности. А вот дальше надо довести дело до того, что цель реализовалась. Деятельная в своем средстве цель, страница 162, должна определять непосредственно объект не как нечто внешнее. Этот объект, стало быть, должен через самого себя слиться в единство понятия. Или, иначе говоря, вышеуказанная внешняя деятельность цели через свое средство должна определить себя как опосредствование и снять самое себя. Средство действенно и могущественно по отношению к последнему, к объекту, потому что его объект связан с самоопределяющей деятельностью. Следовательно, в середине написано, 162 страница, если на первый взгляд соотношение средства с подлежащим обработке внешним объектом есть непосредственное соотношение, то оно уже ранее явило себя как некоторое умозаключение. Вы сначала это продумали, а потом взяли это средство, а потом реализовываете то, что замыслили. Потому что цель сначала существует в голове, потом она существует в виде применяемого средства, и, наконец, она существует как выполненная цель в результате. Содержанием цели служит ее отрицательность, как простая, рефлексируя на себя особенность, отличная от ее тотальности, как формы. То есть все-таки она, так сказать, тотальность, целостность ее – это форма того, что она делает. А особенность ее в чем? А то, что она переводит идею в материальный результат. Правильно? А для того, чтобы она перевела идею в материальный результат, надо, чтобы она действовала в самой материи, и сама должна быть материальна. Это средство. То есть средство отрицает цель вначале, а потом, соответственно, следующее отрицание уже средства. Оно не отрицает цель, оно ее отрицает лишь как цель. Лишь как идея, а лишь как понятие. А второе отрицание? Но оно ее не отрицает, а ее реализует. Реализует. Почему же оно ее отрицает? А в этом смысле она отрицает лишь ее субъективность, этой цели. Делает эту цель объективной. Когда эта цель становится объективной? На деле она становится объективной, когда выполнена эта цель. Вот тогда она становится... Значит, вот и будет доказательство того, что она была объективной. Но это что делает? Средство. Поэтому. А средством чем занимается? Кто у нас занимается делом, имеет дело со средствами? Не человек, а рабочий имеет. Рабочий. Человек. Человек у нас бумага, и вот я тебе имею дело. Чего вы мне рассказываете? Я-то знаю, чем я имею дело. Рот закрыл, рабочее место убрано. Это совсем другое дело, не надо путать. То есть вот обобщили человек. Вот я подводил, понимаешь, к рабочему классу. Нет, я говорю, да не надо, да все. Да надо, надо. То есть, а кто у нас держит в руках средства производства? Рабочие. Они в руках, это считается, собственники есть средств производства, а в руках-то кто держит? Вот тот, кто держит в руках, на самом деле, может превратить это в свою собственность. А тот, кто не держит в руках, может рассказать, как это превратить в свою собственность. Но это уже, так сказать, еще одно опосредствование. Тогда рабочий класс становится средством для тех, кто эту идею там, или теорию выдвинул и так далее. Ленин реализовал мир. Или рабочий класс реализовал, так сказать, осуществил, так сказать, построение социализма под руководством там, партии, там, руководителя Ленина, Сталина и так далее. Так, еще что тут вот есть непонятное такое? Так вроде все понятно. О телеологической деятельности можно сказать, что в ней конец есть начало. Правильно? Но то, что собирались сделать, то и сделали. Поэтому конец есть начало.
следствие – основание, действие – причина, что она – становление уже ставшего, что в ней получает существование только уже существующее и так далее. Вот очень интересные моменты. То есть он вот на этой деятельности человека, преобразования мира, останавливается очень подробно здесь. Очень интересно. Так что это можно читать и перечитывать. Вот он берет эти такие средства, как там дом, часы, могут представляться целями по отношению к употребленным для их изготовления орудиям. Но камни, балки или колесики, оси и так далее, составляющие действительность цели, выполняют эту последнюю лишь через испытываемое ими давление, через те химические процессы, действия которых в связи с воздухом, это страница 166, светом, водой они предоставлены, от которых они избавляют человека. В отношении часов, через трение колесиков и так далее, они, следовательно, выполняют свое назначение лишь через их употребление в дело, изнашивание, и соответствует тому, что, чем они должны быть лишь через свое отрицание. Вот тут-то можно сказать, что через свое отрицание. Все инструменты осуществляют свою деятельность через свое отрицание. Они эти тупятся, эти инструменты, портятся, и потом приходится их выбрасывать потом или заменять. Скажем, замена, своевременная замена техники на более передовую технику, она не в этом смысле является отрицанием в полном смысле слова. Она отрицанием как современного средства, потому что есть другие, более производительные, а мы все делаем по старинке. Ну, а науку можно средством считать? Что? Науку можно средством считать? Науку? Ну, да. Ну, средством она развития... в принципе, не портится. И она наука... дополняется всегда. Науку средством? Наука, да, можно бы сказать. Науку можно считать средством познания мира, по определению науки. Наука – это система знаний или знания, приведенные в систему. На самом деле, поэтому наук не так много, потому что очень много всяких правильных знаний, а вот так, чтобы это было приведено в систему, как у Гегеля, у Маркса в «Капитале», или как приведено у Эйнштейна или у Ньютона, вот, или у Менделеева. А вот медицина пока вот при такой сложности этой медицины, с одной стороны, надо все знать про здоровье человека, а с другой стороны, там генетика, которая недавно появилась, и без учета ее невозможно создать систему. Поэтому это не, так сказать, недостаток медицины, а просто вот такой объект у него очень сложный. Просто объекта, как человек. Да. Да ничего. Приходите через каждые полтора месяца и делайте снова прививку в торговом центре. И вся наука. И вся наука. А сколько тогда прививок сделать? И что из этого будет? А никто и не знает. Это же вопрос не, научно это не изученный. Ну, приходите, приходите. Так. Ну, понятное дело, вот мы сегодня с вами обсуждали перед началом вопрос о партии. Ну, партия занимается целеполаганием. Вот, скажем, рабочее движение. Так если цели не сформулированы научно, если не внесено сознание в массы, если не сформулированы задачи, тогда как можно их решать, как можно вести быть? Давайте бороться. Давайте. Если у вас нет никаких целей, то это что? Протест. То есть вот кто этот самый не понял, может протестовать против такого проведения кружка. Ну, все-таки не остались ни с чем, а все-таки себя показали, мы протестуем. И что? Ничего. Потому что протест, чистое отрицание, не содержится никакой цели. Поэтому, когда говорят, вот если будет много протестующих, выйдут миллионы. Ну, значит, эти миллионы ничего не добьются. Почему? А потому что они никуда не зовут, ни к чему не ведут. Ну, когда собираются вот такие миллионы без цели, обязательно начинаются подтасовки, потому что кто-то шел рядом, вас задел, вот, а вы не спустили просто так, пошли драки, тогда пришла полиция. Значит, скрутила некоторых товарищей, стукнула дубинками, тогда пошли против полиции, ну и так далее, и так далее. То есть это эффект толпы. Поэтому вот это самое протестное движение абсолютно бесполезное, вредное, можно сказать, потому что люди, так сказать, взяли компас, посмотрели там 360 градусов и решили, никуда не пойдем, а будем протестовать против всех направлений. Ну что это такое?
Так вот они себе сказали, говорит, мы говорим, против войны. Говорит, и все. Против какой войны? Так против войны. Против. Я вообще против смерти людей выступаю. Я хочу жить вечно. А вы хотите, я не хочу. Но я против смерти. Это моя позиция окончательная. Ну и что сказал? Ну вот, движение цели достигло теперь того, что момент внешности не только положен в понятии. Где он положен? Как средство, да? И понятие есть не только некоторые долженствования и стремления, но как конкретная тотальность, то есть целостность, тождественность с непосредственной объективностью. И это себя особенно проявляет в средстве. Это вот завершение, 169-я страница. Ну вот я думаю, что на этом мы... В конечном итоге, ну, цель не оправдывает средства. Нельзя, ну то, что все же говорят, есть такое выражение, да, типа, цель оправдывает средства. Оправдывают тех, кто виноват. Просто, ну, как оно может оправдать средства, если оно, оно как бы... Средство без цели не может существовать. И, соответственно, и вообще... Вместо того, чтобы сказать, что цель и средство находятся в соответствии одно с другим, это зачем-то типа, говорит, что они... оговаривают оправданием. Оправдание – это что? Это какая-то вина есть. А средства явно были виновные. То есть явно преступные. Ну, говорит, ничего, а цель зато оправдывает средства. Так, ну вот... Кончается этот раздел таким образом: понятие есть идея. Понятие состоит существенно в том, что оно, как для себя сущее тождество, отлично от своей в себе сущей объективности. От объективности оно отлично, потому что это все-таки понятие. И в силу этого обладает внешностью, но в этой внешней тотальности образует ее самоопределяющее тождество. Таким образом, понятие есть теперь идея. Идея не может быть просто мыслью. Эта идея какая-то связана с преобразованием мира и с каким-то средством. Идея – это мысль, отвечающая на вопрос, что делать и как делать, с помощью чего. То есть идея должна быть не элементарной, так сказать. Она должна в себе вот эти моменты содержать. Если этих моментов нет… Цель, и, в принципе, средства, и все. Да, да. Ну, а для того, чтобы эта цель появилась, он должен быть замысел. То есть цель-то, вот как раз цель должна быть обоснованная, она должна быть истинной целью. Если ваша цель не истинная, ну истинная цель, истинность цели проявляется все-таки еще и практикой. Вот вы стараетесь сделать и средства, и потом реализовать, а в ходе реализации вы замечаете, что кое-какие моменты не соответствуют истине. Соответственно, вы преобразовываете средства и свою деятельность, поскольку деятельность тоже является средством осуществления этой цели. Ну вот, значит, следующее занятие у нас будет посвящено. Ну, по идее, можно было бы сделать так, что вот то, что мы сегодня рассмотрели, после него рассмотреть идею, которую мы сделали раньше. А после идеи пойдет идея познания. Идея познания, потом у нас будет идея добра, и потом идея истины, и, наконец, абсолютная идея. И на этом, так сказать, завершается это все. Так, пожалуйста. Ну, а теперь кто на этом занятии кружка нашего заканчивается. Давайте определим, когда мы будем в следующий раз собираться. 22 марта. Идея познания. На этом сегодня занятие кружка завершается. Спасибо. Спасибо.